Посмотреть, каким был Барнаул в 19 веке, да запросто. Уже совсем скоро в Нагорном парке появится его мини-версия. К созданию архитектурной формы подошли со всей серьезностью. Главное – максимально точно отобразить облик города в те годы. Это как раз такой период, когда еще развивался сереброплавильный завод на территории города, как раз тот объект, благодаря которому наш город и появился. И мы большое внимание уделили всему ансамблю сереброплавильного завода, Демидовской площади. Мы хотим, чтобы и жители, и гости Барнаула знакомились именно с этим периодом. Бронзовое объемное панно расположат на мраморном постаменте. 3D-модель макета уже готова. Это улица Петропавловская, как она раньше называлась, сейчас улица Ползунова. И вот здесь архитектурный ансамбль Демидовской площади находится. То есть училище, горный госпиталь, богадельня, храм Дмитрия Ростовского. Много церквей у нас было. Совсем скоро к работам приступят. Остается внести некоторые доработки и согласовать объект. Чтобы макет был достоверным, конечно, взаимодействуем с историками, с нашими городскими, у которых накоплен огромный опыт, огромные знания в этом ключе. Взаимодействуем с научными сотрудниками музеев. И по крупицам, можно сказать, собираем информацию, потому что информации на тот период времени ее как раз немного. Кстати, на макете принципиально расположили именно центральную часть краевой столицы. Именно ту, от которой и пошла точка развития города. За основу взяли карту Барнаула 1861 года и архивные фотоматериалы. Размер маленького Барнаула составит 2,5 на 1,5 метра. Уже к концу этого года барнаульцы смогут увидеть новенькую достопримечательность. Правда, для этого придется преодолеть 260 ступенек вверх. Мария Костылева, Дмитрий Денисов. День с толком.